Меня зовут Ирина, я из Москвы. Я не работаю. Почему я к этому курсу, мне интерес возник? Когда я информацию мне случайно попалась, мне показалось, что работа творческая. Поэтому мне, в общем-то, стало интересно. Я вначале взяла бесплатные вебинары. И мне кажется, это очень хорошая идея, потому что на этих вебинарах человек может посмотреть, во-первых, как дается материал, во-вторых, реально понять, что такое реклама в Яндекс.Директ. Поэтому это замечательная идея. Первая ступень очень интересная была, насыщенная. И самое главное, мне в процессе обучения удалось найти реальный заказ. И как результат я выполнила, составила две рекламы, сделала для клиента, которые у меня приняли, что мне очень радостно. И, в общем-то, удовлетворение большое получила от того, что у меня получилось. Я думаю, что этот курс может подойти любому, кто не потерял желание обучаться. Потому что, в принципе, материал очень хорошо излагается и учиться легко. Конечно, были сложности, потому что абсолютно новая отрасль. Но, тем не менее, это стоит того. Всем спасибо.